которую мечтали сотни тысяч болельщиков, которому, несмотря ни на что, шли команды. Две из них оставили позади себя сильных соперников и тяжелый путь. И вот они здесь, в финале Лиги чемпионов. С небольшим волнением и замиранием сердца Георгий Черданцев и Константин Генич начинают заключительный репортаж Лиги чемпионов этого сезона. Это Реал Мадрид против Селтика. Начинали этот сезон Лиги чемпионов 32 команды, а сейчас их осталось всего 2. И кажется, будто целая вечность прошла с осени. Огромное достижение сыграть в финале, но сейчас каждый из тех, кто выйдет на поле, будет думать только о том, чтобы выиграть этот финал. Хорошему, говорят, быстро привыкаешь, но финал Лиги чемпионов не подходит под это определение. Это всегда уникальное событие, к которому невозможно привыкнуть. Оно будет удивлять раз за разом. Действующий обладатель Кубка чемпионов, трофея, как его называют, большие уши, как угодно его можно называть, но главное, это сильнейший клуб Европы прошлого сезона. Они вновь играют в финале. Большой матч ждет нас сегодня. Кто знает, повторится ли история уже так скоро, но в любом случае можно сказать, что двух похожих матчей в футболе не бывает. Ну или почти не бывает. А вот двух одинаковых финалов Лиги чемпионов уж точно быть не может. Даже если клуб в них играет один и тот же 2 года подряд. Сантьяго Бернабеу входит в 10 самых вместительных стадионов Старого Света. На его трибунах могут разместиться более 80 тысяч зрителей. Это еще ничего. Раньше эта цифра была куда внушительнее. В те далекие времена, когда большинство мест на трибунах были стоячими, на стадионе собиралось до 125 тысяч болельщиков. Сейчас такие цифры можно увидеть только в США, где арены не в пример больше, чем в Европе. Шикарный момент! Казалось, что в этой атаке может что-то получиться, но защита хорошо отработана. Реал начинает опасную атаку. Карим Бензема. Карим Бензема. Казимиро. Чисто отбирает мяч. Карим Бензема, наследник Тьерри Анри и Давида Трезеге в сборной Франции. Да, только в отличие от названных тобой игроков, ему далеко не всегда хватает стабильности. Да и не так он все-таки техничен и харизматичен, как тот же, например, Тьерри Анри. И мяч переходит к другой команде. Нельзя давать пространство такое Реалу на фланге. Игра остановлена, мяч коснулся руки. Рефери посчитал этот эпизод недостойным карточки. Ограничивается устным предупреждением. Ну, ему, конечно, виднее. Придется с ним согласиться. Очень вовремя защитник играет на вынос. Бензема. Есть шанс выйти вперед. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Навес получился слишком близко к вратарю, поэтому без проблем оказался в его руках. Рогич. Перехват, они снова с мячом. Мяч в игре, хорошо исполнено. Казимир. Модрич. И есть куда бежать ему дальше. И есть первый гол в финале Лиги чемпионов. Очень здорово Реал сыграл в атаке и забивает важнейший мяч в этом финале.
Передач много было в этой атаке. Классно они двигались вместе с мячом. Ну и завершающий удар, конечно, хороший. Рядом со штангой и очень сложный для голкипера.